Парадоксом назвали депутаты ситуацию вокруг казахстанских инфекционных больниц. Мажлисмены просят вывести последние составы многопрофильных и дать им самостоятельный статус. Депутаты сетуют на то, что из-за финансирования инфекционных стационаров по остаточному принципу страдает материально-техническая база. Обеспеченность и кадровая подготовка медицинских работников по инфекционным болезням. В свете последних событий, в связи с ростом заболеваемости и появлением нового индийского штамма коронавируса, вопрос отделения инфекционных стационаров становится очень актуальным, заявляют народные избранники. Дело в том, что согласно приказу Минздрава от 2020 года, инфекционные больницы в 10 областях Казахстана были включены в состав многопрофильных больниц в качестве отделений. Инфекционные больницы существовали все время, а в период пандемии в прошлом году их почему-то переводят в состав многопрофильных больниц. Для чего? Для экономии одной ставки главного врача и одной ставки главного бухгалтера? Стоит ли эта экономия так востребованной, качественной, полноценной инфекционной помощи населению? Кроме того, помимо коронавируса, во многих регионах страны сохраняются высокие риски заражения и другими инфекционными заболеваниями, такими как бруцеллез, сибирская язва, чума и другие.